Мы получили очень необычную посылку, в которую бережно упакована куколка тропической бабочки. Посмотрите, она похожа на скрученный сушеный листок. Совсем недавно в далекой теплой стране из яйца выбралась маленькая гусеница. Она много ползала и ела. Когда выросла большой, гусеница нашла подходящий листок и, приложив немало усилий, сплела в нем надежный кокон. Теперь этот кокон в наших руках. Привязываем кокон к ветке. На дно террариума насыпаем кокосовую крошку и хорошенько смачиваем ее водой. Помещаем в террариум ветку с коконом, термометр и гигрометр. Закрываем крышку. И через несколько дней мы видим в террариуме пустой кокон и огромную тропическую бабочку. Павлиноглазка атлас считается одной из самых больших бабочек на нашей планете. Размах ее крыльев может достигать 25 сантиметров. Ссылки на большие видео про наших тропических бабочек оставим в описании.